В выставочном зале художественного музея открылась персональная выставка «Потомок». На ней представлены работы якутского художника Терезы Пачека-Чавес. Выставка отличается разнообразием стилей, в которых написаны картины. Подробности в материале нашего корреспондента Юрия Осипова. На этой выставке представлено более 60 работ художника разных лет. Все они выполнены в различных стилях, от графики до живописи. Я посвятила своим предкам памяти, поэтому она называется «Потомок». Мои бабушки и дедушки все были неординарные люди, все со своей очень интересной судьбой. Выставка «Потомок» будет проходить в выставочном зале художественного музея на протяжении 2 недель. Тереза Пачеко-Чавес – дочь двух народов – якутского и бразильского. По словам ее друзей, благодаря этому ее талант также неординарный. Выставка получилась такая яркая, экспрессивная, и она очень хорошо представляет саму Терезу как человека. И это можно считать одна из более полно, эта выставка более полно представляет творчество Терезы. В работах есть истинно якутские произведения, особенно графические, и очень хорошие, такие яркие живописные работы. Неординарная судьба, тем не менее, была не только у предков художника, но и у нее самой. Изначальное образование она начала в Якутском художественном училище, а продолжила его уже в филиале Красноярского художественного института в Якутске по специальности художник-график. Как я начала рисовать? Вообще-то я стала художником, можно сказать, случайно. Так получилось. По признанию самой Терезы, мечтала она стать архитектором или археологом. Разносторонность художника во многом помогает ей в создании работ. А Тереза такой человек, такой художник, такой мастер, который находится всегда в поиске. И эти ее поиски ее заводят в совершенно различные абсолютно жанры, стили. И в этом, наверное, собственно говоря, и ее стиль. Неповторимый, своеобразный, уникальный. И я так думаю, что вот эта персональная выставка, безусловно, прибавит поклонников ее таланта и творчества. С 2007-го Тереза является членом Союза художников. Она постоянный участник различных республиканских, всероссийских и международных выставок. Ее работы также находятся в частных собраниях России, Англии, Америки и Бразилии. Юрий Осипов, Георгий Григорьев, НВК Саха, Якутск.